В Доме культуры города Гагра был проведен вечер, посвященный 140-летию со дня рождения Дмитрия Иосифовича Гулия. Он был организован отделом образования и администрации Гагрского района. Вечер, посвященный 140-летию основоположника абхазской литературы, открыли солисты Гагрского фольклорного ансамбля «Кяраз», которые исполнили народные песни на стихи Дмитрия Гулия. Затем выступила главный специалист отдела образования Гагрского района Валентина Гицба. Она рассказала о тех мероприятиях, которые в течение этого года проводятся в школах района, посвященных юбилею Дмитрия Гулия. Вечер памяти посетили глава администрации Гагрского района Григорий Еник, председатель собрания Рудольф Алшинба, председатель Союза писателей Абхазии Анзор Букба, секретарь Союза писателей Вахтанг Абхазов, поэтессы Гунда Саканя и Бела Барцыц, представители Министерства образования Республики Абхазия. От имени администрации Гагрского района участников и гостей мероприятия поприветствовал и поблагодарил заместитель главы администрации района Саид Мукба. После перед собравшимися выступили учащиеся абхазских школ района. Они, в свою очередь, прочли стихи, отрывки из рассказов, повести и романов Дмитрия Гулия, также поставили сценки на его произведения. В перерывах между выступлениями учащихся биографию «Творческий путь Дмитрия Иосифовича Гулия» рассказала Валентина Гицба. По завершению выступления школьников свою оценку проведенному вечеру дали гости. Они отметили, что мероприятие было организовано на высшем уровне, а что касается школьников, то они проявили глубокие знания. А также выразили особую благодарность главному специалисту отдела образования Валентине Гицба за проведенное мероприятие. Вечер памяти был завершен музыкальными композициями на произведения Дмитрия Гулия в исполнении ансамбля народных инструментов Алдзанской средней школы номер 1 Абхерца.